Совершенно недавно один французский матрос Юана Галерана отбился от нападения двухметрового крокодила у северных берегов Австралии. И мне стало интересно, какие же существуют способы победить крокодила. Я нашел в интернете множество всяких советов и выделил из них 4 наиболее быстрых и действенных. Итак, первый совет как раз от нашего героического француза. Двигаться очень активно и бить крокодила кулаками по всем частям тела. Крокодил устанет и сдастся. Второй способ вроде бы самый логичный – убежать. Но не все так просто. Для побега необходима дистанция хотя бы в 5 метров. Крокодилы хоть и скоростные рептилии, но быстро выдыхаются. И бежать нужно не зигзагами, а по прямой. Более быстрый способ, но более рискованный – прижать чем-то пасть. За сжатие челюсти у крокодила отвечает 44 мышцы, а за разжатие только 4. Поэтому, если ты успеешь прижать морду крокодила к земле, то раскрыть пасть он уже не сможет. И, наконец, самый быстрый – ткнуть ему чем-то в глаз. Это самое уязвимое место рептилий. Но главное тут, как и перед любой серьезной проблемой в жизни, нужно быть смелым и не поддаваться страху. Ну как, готовы пойти на риск?